Трагедия произошла около 7 часов утра. По свидетельству очевидцев, «Мерседес» буквально врезался в людей, разметав их в разные стороны. 50-летняя женщина и 39-летний мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались еще до приезда скорой помощи. Трое пострадавших были госпитализированы в больницу. Сегодня утром в 8:30, через один час после автодорожной травмы, поступил больной Стрелов Алексей, 92 года рождения, сбит на остановке. Значит, поступил с диагнозом сочетанная травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением. Динамики состояния стабильной средней тяжести. По купированной боли от сотрясения головного мозга планируется оперативное лечение левой голени. Двое больных отправлены на амбулаторное лечение после обследования. Алексей Стрелов вместе с матерью в то утро собирался на работу. Вместе пришли на остановку. В последний момент увидел машину, потом темнота. Когда очнулся, узнал, что мать погибла. Единственное, что я увидел перед этим, как его машина сильно виляла на дороге. Со скоростью ехал. Дальше не помню. За рулем «Мерседеса» находился 20-летний парень, житель Талибийского района. Предварительно известно, что он отправлялся в город Ленгер. Водитель «Мерседеса» свою вину в совершении ДТП признал полностью. Он водворен в ВВС города Шымкента. Автомашина водворена на штрафстоянку. Назначены экспертизы. Уже возбуждено уголовное дело по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проводится досудебное расследование.